подписываемся, ставим лайки. Поехали! Грибы больше не относятся к растениям, они образуют отдельную группу живых организмов. Внимание! Большинство ядовитых грибов приятны на вкус, некоторые даже, по показаниям отравившихся, превосходны. Если у вас возникли проблемы после употребления грибов, вы должны без колебаний обратиться за медицинской помощью, а ее ожидание может иметь серьезные или даже фатальные последствия. Время между приемом пищи и появлением первых симптомов отравления может варьироваться от нескольких минут до нескольких дней. То есть вы не сразу можете понять, что нанесли тяжелый вред организму. Итак, какие самые ядовитые грибы в мире? 1. Бледная поганка. Бледная поганка, Amanita phalloides, считается самым опасным грибом в Европе и Северной Америке, так как вызывает смертельное отравление. Недаром индейцы Северной Америки называли его чашей смерти. Гриб любит селиться на плодородных почвах, рядом с лиственными деревьями, дубами, буком и фундуком. Может расти в одном экземпляре или небольшими семьями. Гриб высокотоксичен, первые симптомы отравления появляются только тогда, когда яд всасывается в организм и важные органы, особенно печень, уже поражены. То есть примерно через 8-12 часов, после чего примерно через 2 дня появляются бурные симптомы. Тошнота, рвота, диарея. Более слабые люди могут погибнуть на этой стадии от обезвоживания. После бурных проявлений наблюдается явное угасание симптомов и облегчение в течение 1 дня. Но на этом повреждение печени не завершается, в результате чего нелеченный человек умирает в течение 5-6 дней от печеночной недостаточности или отека мозга. В настоящее время смертность составляет около 1/4 отравившихся. По показаниям отравленных, у поганки отменный вкус. Смертельная доза составляет около 50 граммов свежего плодового тела. Поганку легко спутать со съедобными грибами. Ее обычно принимают, например, за зеленушку. 2. Мухомор вонючий. Поганка белая, Amanita viruca, или мухомор вонючий, смертельно ядовит. Его опасность очень близка к бледным поганкам. Употребление гриба влечет за собой такой же исход. Спутать его можно в основном со съедобными грибами, шампиньонами. Хотя шампиньоны легко отличить по отсутствию вольвы и окрашенным пластинкам у зрелых плодовых тел. 3. Плюшевый паутинник. Плюшевый паутинник, Cartinaria sarellanus, ядовитый и в то же время коварный гриб. Инкубационный период особенно коварен, так как симптомы отравления проявляются от 2 дня до 3 недель. Интересно, что до 1958 года этот гриб считался съедобным, хотя он может легко убить или серьезно повредить почки. Паутинник плюшевый как раз входил в число съедобных и вкусных грибов, поскольку не обладает горьким вкусом. Лишь после многочисленных отравлений со смертельным исходом сделали вывод об опасности плюшевого паутинника. Смертельная доза 30 граммов свежих грибов. Отравления паутинником в нашей стране либо очень редки, либо не поддаются выявлению. 4. Галерина окаймленная. Галерина окаймленная, Galerina marginata, очень ядовитый вид грибов, содержащий тот же яд, что и бледная поганка. Течение отравления такое же, то есть рвота, диарея, поражение печени, а без раннего лечения даже смерть. Галерина обильно растет осенью на засохшей древесине, реже на земле без явной связи с древесиной. Является дереворазрушающим грибом. Особенно опасен из-за возможной путаницы со съедобным опенком, Cuchnaramisus motabilis. 5. Волоконица патуяра. Волоконица патуяра, Inakibe patuillardii erubescens, является высокотоксичным грибом. Он может вызывать тяжелейшие мускариновые отравления. Симптомы отравления проявляют себя в течение получаса после приема тошнотой, слюноотделением, рвотой. При проглатывании в больших количествах может наступить смерть. Опасность связана с тем, что она произрастает в одних местах со съедобными разновидностями, и неопытные грибники могут по ошибке собрать волоконицу. Гриб растет в европейской части и на Кавказе, предпочитая холмистые участки и гористую местность рядом с деревьями. 6. Мухомор пантерный. Мухомор пантерный, Amanita pantherina, это ядовитый гриб рода мухомор. Первые симптомы отравления появляются через 1/2 часа после употребления. Наступает безумие, эффект недалеко от алкогольного опьянения. Отравления могут быть тяжелыми и привести к смерти без своевременного лечения в больнице.
большему риску подвержены люди с нарушениями кровообращения и сердца. Этот гриб в нашей стране растет очень обильно. Мухомор пантерный очень похож на съедобный серо-розовый мухомор. 7. Энталома ядовитая. Энталома ядовитая, энталома синаатом, смертельно ядовитый красивый грибок. Отравление проявляется уже через 2 часа после еды, сильная рвота и диарея могут длиться несколько дней. В редких случаях отравление может закончиться летальным исходом. В нашей стране гриб встречается только местами. Его можно спутать с молодыми шампиньонами, голубиной рядовкой, майской рядовкой. Чтобы отличить энталому ядовитую от рядовки, стоит обратить внимание на споровый порошок. У энталомы он телесно-розового цвета. 8. Шампиньон желтокожий. Шампиньон желтокожий, Agaricus xanthodermus, токсичный гриб рода шампиньонов, вызывающий частые отравления, так как больше всего напоминает съедобный шампиньон. Отравление ядовитым грибом обычно не тяжелые, но вызывающие рвоту и проблемы с кишечником. Иногда на следующий день после еды. Любой, кто собирает шампиньоны, должен научиться распознавать этот гриб, чтобы избежать путаницы. Основными особенностями являются легкое пожелтение всего плодового тела после сбора и неприятный запах фенола. Запах сильнее во время варки. 9. Псилоциби полулонцетовидная. Псилоциби полулонцетовидная, Psilocybe semilancita, самый галлюциногенный гриб в народе, называемый веселушка. В малой дозе вызывает бодрящее состояние, связанное с галлюцинациями, в большей дозе вызывает отравление. Хотя смертельно отравиться им сложно, грань между возвышающими чувствами и отравлением очень тонка и индивидуальна. Во время действия содержащегося в нем наркотика можно нанести серьезные травмы самому. В результате употребления этого гриба может возникнуть как эйфория, так и депрессия с тягой к самоубийству. То есть не всегда эффект от употребления этих грибов желательный. 10. Мухомор красный. Мухомор красный, Amanita muscaria, пожалуй, самый известный ядовитый гриб на планете. Это связано со сказками, которыми родители нас пугали про мухоморы и запоминающимся внешним видом гриба. Его точно не спутаешь со съедобным грибом, хотя и растет он повсеместно. Летальный исход от употребления мухомора встречается редко. Смертельная доза для взрослого человека – примерно 15 шляпок грибов. Мухомор опасен тем, что содержит иботеновую кислоту. В процессе сушки декарбоксилируется мусцеимол, под воздействием которой человек теряет координацию, чувствует тошноту и сонливость, и иногда видит галлюцинации. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал.